Хлопкоуборочная страда входит в свою активную фазу, и в этом процессе отдельный акцент на создание благоприятных условий для сборщиков хлопка-сырца, организацию различных культурных мероприятий с участием представителей творческой интеллигенции. Одна из таких встреч состоялась на полевом стане одного из фермерских хозяйств Бухарской области. Армян, не уставайте. Пусть будет ваш день насыщенным и плодотворным. Эти слова звучат сегодня повсюду на хлопковых плантациях, поднимая настроение труженикам полей и желая, чтобы погожий осенний день принес достаток и благоденствие в каждый дом, каждую семью. Нынешняя хлопкоуборочная кампания в корне отличается от предыдущих. Для хлопкоробов подготовлена специальная культурная программа. После трудовых будней встречи со знаменитостями, писателями, актерами и артистами. Как говорят сами хлопкоробы, подобные встречи дарят незабываемые впечатления. А самым активным сборщикам есть еще и поощрение – подарки от областного хакимята. А на полях фермерского хозяйства «Джахангир-98» вместе с хлопкоробами трудятся порядка 100 добровольцев из числа молодежи. Для них тоже приятным сюрпризом стала встреча с представителями творческой интеллигенции. Пропагандисты побывали еще в ряде полевых станов, и каждая встреча была интересной и содержательной, которая обязательно запомнится аурой приподнятого настроения и героями новых книг, подаренных в хлопковую страду. Ведь недаром говорят, хороший отдых – залог отличной работы.